Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Помидорка за решеткой. Меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить супер мясного пацанчика. Супер мидбой, если кто не понял. И первое, что вы можете заметить, это пройдено 100%. Так вот, это не я прошел. Дело в том, что я переустанавливал винду и забыл скинуть свои сохранения. Поэтому, чтобы не проходить все заново, для записи не терять время, я скачал сохранение. И, если честно, сейчас опасаюсь, потому что мне сразу засчитали там почти все ачивки в Стиме. И немножко сыкотно, не заблокирует ли мой аккаунт, потому что там ужасно много игр. Было бы обидно. Так, ну что ж, ладно, не об этом сейчас. Давайте, у нас уровень ад, и в котором, я думаю, мне уже придется попотеть так серьезненько. Поэтому давайте начинать. Тем более, что я пробовал сегодня играть. Не мой день сегодня. Плохо у меня получился. И первый уровень, и немножко второго. Я поэтому сохранение скачал. Так, матрица тут началась тем временем. Агент Смит бежит на красного Нео. И бабунс. Нео проигрывает. И отправляется в ад. Откуда нам придется, походу, убегать? Так, это что такое? Это явно от сохранения открылось, потому что... блин. Ладно, давайте проходить. А, еще и все персонажи открыты, зашибись. Нет, нам нужно мясного пацанчика будем играть. Ой, не знаю, правильно ли я сделал, что поступил так. Но, тем не менее. Да, здесь я явно буду терпеть. И, скорее всего, не одно видео мы потратим на то, чтобы я прошел это дело. Да ё-мазай. Так, хорошо. Ох ты ж, как успел-то. Нет, сейчас не успею. Да ё-мазай. Вроде как быстро все сделал. Да все равно не успел. Ну да бог с ним. Давайте не будем спешить. Так вот. И вуаля. Ага, шикарно, я еще никуда прыгнул. Так, прошли первый уровень. Это уже успех, если честно. Так, я правильно сделал, что вперед побежал. Тихонечко. Тихонечко. Вот так вот. Вот и все. Вот, если спокойно проходить, то... Ой, ёпта! Ему лава! Охереть. В аду лава поднимается. Везде лава поднимается. Так, 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 так. Не туда я прыгнул, вообще. Хана, да? Да. Надо было по левой, наверное, стороне идти все-таки. Фу! Успел! Блин, этот крендель аж в ад спускается, чтобы принцесску нашу забрать, ёптить! Видишь, что происходит. Эй! А! Фу! Я не знаю, как у меня сейчас это получилось. Ай-я! Да ё-мазай! Мне кажется, это тот момент, когда я буду долго проходить. Да, там прыжок какой-то бешеный нужно совершить, чтобы перепрыгнуть. Ровно попасть нужно. А, во! Ёпта, чуть не упал в конце. Да, все просто по логике решается. Не,
не позадротствовал. Хорошо. Ё-моза, нежданчик, нежданчик. Опа! Не перепрыгнул. Ну, сейчас даже пробовать не буду. О, так, все. Тихо! Ну, блин, прямо на циркулярку. Забыл. Представляете, я забыл про этот шар. Как я мог. Опа. Так. Ай-я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 й. Блинский. Рыбкой в лаву. Ага, шикарно. Значит, тут можно быстро пройти, по сути. Так, давайте. Будем стараться. Ё-мазай, да, а дальше-то как? Наверх, наверное, по одной плоскости, да, по правой. Хорошо. Все, шик. Фу, жив, цел, орел. Так, пройдем. Что-то запомнил от меня это видео. Жив, цел, орел. И я теперь от него отстать не могу. Тихо. Ёптать. Так, ну все легко, кажется. Вот. Ай, зачем я это сделал? Все, шик, на грани, но пройдено. Так, побежали. Ой! Побежали. Ёп! Дэп! Тихо. Тихонечко. Я еще умудряюсь на А проходить эти уровни, вы прикиньте. Ага, все, понял. Да ё-мазай, хорошо, дальше прыжок. Видите, тут все уровни, по сути, не на задротстве построены, а на принципе... Да ёпта, на принципы сохрани нервы и просчитай. Просто просчитай. Ага, там немножко подождать надо было. Просчитать, проследить, проанализировать. И вот и все. Грейта. Шик. Так, дальше у нас что? Ага, порталы эти, я помню, порталы. Так, надо было дождаться. Ждем. И прыжок. Хорошо. С этими порталами сейчас нечто невообразимое будет. Так, это я тоже помню здесь. Ага, не успел. Би-би-оу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну сейчас зато успею. Так, там прыгнуть нужно успеть, умудриться. Хорошо, взял. Блин. Зачем я сразу скорость потерял, я не знаю. Ё-мазай. Я помню первый раз, когда это проходил. Ой-ой-ой-ой-ой. Я забыл, что там дальше. Я помню первый раз, когда это проходил, я столько... Ёпта. Ладно. Столько попыток сделал, что у меня потом на повторе, наверное, 200 этих местных пацанчиков прыгало. Зачем я сейчас отпрыгнул, не знаю.
Хорошо. Да блин. Так, ничего, ничего. Ну, зачем я остановился? Короче, все тут просто. Просто. Да ё-моё! Надо, наверное, разогнаться и там прыгнуть. Да ёптеть. Задеваю этот косяк долго. Да все уже. Можно подыхать. Вот, вот это идеальная была. Идеальная попытка, за исключением того, что я потом тормознул и не прыгнул. Ага, тут нужно прыгнуть еще так, чтобы лбом не стукнулся от потолок. Хорошо. Да, ёпта. Сейчас еще минуты две, если буду тупить, то сбавлю темпа. Блин. Так, а это настоящее испытание. Хорошо, ничего страшного. Если я здесь проведу, если я здесь проведу оставшиеся минут 10-15 времени записи, вот это будет угар, конечно. Да ёпта. Хорошо, все, задолбал. Давайте помедленнее немножко. Хорошо, да, медленно легко прыгнуть. Нужно только момент подкараулить и все. Да ёпта! Хотела по об стенку это стукнуться и остановиться. Ладно, все. Тихонечко. Во! Вот, и все, это все равно на грейта. Шикарно. Да, нужно просто успокоить. Ай, блин, простите меня, ради бога. Я честно хотел вам показать этот повтор. Честно. А, все понятно. Хорошо. Раз. Тут, по-моему, самое сложное вернуться, а не добраться. Как ни странно. Да ёптеть. Хорошо, а теперь как? Все, понял. Давайте потренируемся. Да, все, именно так и надо делать. Все понятно. Так, сейчас опять способ. Вот здесь вот уже заброс. То есть ни логика никакая, ничего. Здесь уже просто попадешь, не попадешь. Да ёпта! Я испугался, что перелетаю и не долетел в итоге. Да блин. Да куда ты, идиот, это все? Вот.
А? Как можно не попасть-то так? Да в чем принцип-то, я не понимаю. Разгон берешь, прыгаешь, почему не попадаешь? Перелетел. Молодец. Идиот, блин, тупорылый. Так, попытка номер хер знает сколько. Все, вроде. Шикарно, давайте посмотрим повтор на сей раз. Салют, просто краски. Так, ну смотрите, достаточно много раз я доходил до ключа. И оп! Все, наш герой спасает. И теряет заодно. Так, а здесь я тоже помню здесь. Ага, все, да. Это я помню. Здесь достаточно легко. Вот и все. Так, а здесь такой же принцип. Ай-яй-яй. Блин, хотел словить так пафосно. Забыл смотреть вперед, ёпта. Вот это западлянский казал. Все, шикарно, пройдено. Так, что там осталось-то? А, тоже достаточно легкое. Да, там нужно разобраться, как бы быстренько подняться. И все. Не успел. Ёпта. Все, все достаточно легко. Так, а когда там уже басястый? Ух ты. Ох, про этого дядьку-то я и забыл, ё-мазай. Ой. Фу! Вот это пасть. Шо? Ай-яй-яй-яй. Не понял. Чё это я не понял? Все. Пройдено. Так, здесь что у нас? Уёпта. Нет, легкий. Угу. Да ё-мазай, ну, в принципе, понятен, по сути. Да ептеть. Блин, ну как?
Как так? Так, ладно. Прыжок, здесь прыгаем, он сквозь нас проходит. А почему сейчас не прошел? А, когда я прыгаю, он сквозь нас проходит. Хорошо. А-ха-ха-ха, слишком я вверх поднялся. Так, давайте дождемся. Так логичнее будет, правильно? Че нам там прыгать? Че я тупил, блин, до этого, не знаю. Молодец. Там и тупил, чтобы здесь не стоять, не ждать, хоть что-то делать. А, так, ладно, можно прыгать. Фу. Жив цел. Да, все, пройдено. Шикарно! Фу, ну когда там босс-то уже, а? Ой, ёпта! Ой, ёпта! Ой, ёпта! Фу, прошел. Так, нежданчик, негаданчик. Ёпта-пи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 -
Так, значит, что нам тут делать надо? Да блин, на последний прям. Ага, здесь надо было на скорость успеть. Ну так бы сразу и сказали, что надо подождать, чё. Кругалянские дали. Да блин! Прям на последний, прям перед принцессой. Это вот это такое западло, что аж западленски не бывает. Так, он тут поднимается, да, да? Фу, все, прошел. Вот это ад. Жесть, все, босс. Блин, а босс тут какой-то жесткий будет, по-моему. Что-то я такое припоминаю. Я, кстати, вот сам прошел ад, да, а вот потом уже следующий мир я не проходил, то есть я там даже не видел что-то как. Нихера. Так, смотрим. Наш высерок, наш друг высерок увидел. Нет, не понял, подожди, или это мы? Кто сейчас, кто упал, кто стоит? Это мы. Да, это мы. Опачки, вот он, да-да. А, все, я вспомнил, слушайте, здесь, по-моему, какие-то определенные ходы, действия нужно соблюдать. А, так, все. Он, по-моему, движение не меняет. Так, правой рукой бьет, нужно прыжок сделать. Рано я сделал прыжок. Так, просто запомни. Значит, прыжок. Да ёпта! Рано. Куда спешу? Фальшстарт. Так, лети, родной. Все хорошо. Что у нас теперь? Так, левой бьет. Ага, значит, сначала правую. Хорошо, потом. Хорошо, теперь левую. Хорошо, а теперь что? Потом башкой. Молодец. Так, правая. Левая. Теперь головой. Теперь что? А, теперь падает. Значит, правая, левая, головой падает. Правая, левая. Ой, ёпта, он бить лично. А зачем я упал? Так, все, правая. Левая. Значит, головой. Потом падает что-то сверху. Потом он начинает бить сначала правой, потом левой по вот этому месту, где я стою. А потом вот по этому месту, где я сейчас стою. Так. Вот, все, да. А теперь что у нас? Правая. Хорошо, сейчас будет левая.
Нет, голова. Ёпта. Так, опять вверх. Я запутался, я все забыл, нахер. Угу, потом он бьет, шикарно. Я все забыл. Так, вправо. Да. Размазали. Значит, вправо. Левая. Голова. На, Шишандра. Шишка, раз. Теперь он бить будет. Так, правая, левая, правая, левая. Голова. А, нет, правая. Теперь голова, да. По-моему, сейчас бить опять начнет, да, сверху падает херня, и он сейчас опять бьет так же. Удары. Право, лево, право, лево. Надеюсь, не голова. Твою мать! Надо было стоять там на месте. Право. В смятку. Просто. Превратил из мясного пацанчика в мясной соус. Так, голова. Значит, правая, левая, голова. Вызвать сверху этих осколки. Значит, и удары. Хорошо. Хорошо. Продолжаем стоять здесь. А, блин, точно, прыжок. Хорошо. Твою мать! Забыл. Значит, правая. Левая. Голова. Удары. Нет, вызов. Удары. Будем называть это вызовом. Вот это вот, то, что он вызывает, падает, потом он херни. Удары. Хорошо. Теперь правая рука. Нужно будет прыгать. Возвращаемся к себе туда. Голова, да. Сейчас будут удары, по-моему. Вызов. Да, сейчас удары. Опять так же. Так, 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 хорошо. Вот что я сделал сейчас? Что я сделал? Зачем я это сделал? Да, печальный ублюдок. Умер там, где вообще нереально умереть. Зачем я это сделал? Так, ладно, левый босс. Тоже вот на задротстве, но больше не на таком жестком задротстве, сколько на... На памяти рассчитан уровень. Ну, вот, босс, в смысле. Так, хорошо. Голова. Вызов. Удары. Хорошо. Прыжок сейчас должен быть с правой. Да ёб твою мать! Не выдержал. Передержался. Так, левая. Все, сейчас пройду точно. Стоп, было. Так, готов. Вызов. Сейчас будут удары. Ну давай, правая, левая, правая, левая. Сейчас прыжок должен быть справа. Готов. Все, шикарно, возвращаемся. Удар головой. Да, сейчас опять удары. Ага! Я же знал, что будут удары. Зачем я побежал? Все, вот сейчас стоп у кого пройдет. Блин, а потом-то я не знаю, что будет. Ё-моё. Ну ладно, потом запомню. Хорошо, удары. Прыжок. Голова. Удары. Да, вызов. Удары. Как? Ну как? Как можно было врезаться в руку? Зачем? За что? А, жесть. Фу, забыл про голову, чуть не
Отхватили мы люлей. Так, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Право, левое, право, левое. Все хорошо. Прыжок сейчас будет. Хорошо. Фу, голова. Вызов. Удары. Право, левое, право, левое. Ага, два раза удары, ну шикарно. Так, ладно, пока 30 минут, я думаю, это пройдем все-таки два босса в этой серии. Я так думаю, сможем. Потому что он достаточно легкий, просто на память. Для меня это больное место, поэтому я так туплю. Хорошо. Сейчас удары. Значит, вызов. Пошли удары. Право, левое. Уходим. Сейчас опять удары будут. Право, левое. Правая, левая. Твою налево, бля. Значит, ну теперь мы знаем, что после ударов у него идет голова. Хорошо. И он тогда набьет себе вторую шишандру. Так, здесь достаточно все легко. Хорошо, голова, сейчас пойдут удары. Два раза подряд, потом голова. Поехали. Давай, право, левое, правое. Твою, тихо, твою, тихо, тихо, чуть не шлепнулся. Правое, левое, правое, левое. Сейчас голова. Хорошо. О, и все, это был последний удар. Да, мы победили злого Буку. А, жесть. В горе трупов жареного мяса поднялся живой мясной пацан. И он увидел, как бич в банке, бич, лысый бич в банке уводит его забинтованную девочку. Херачим, 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 ра-та-та-та-та-та, я Чак Норрис, а там забинтованная девочка. Вот это наебон. Ой, извиняюсь. Я просто не выдержал. Чудо-кнопка опять сделала свое. Мясной пацанчик отхерачил свою девочку. Ронин. Да. Девочка убита, все убито. Ну какой-то бич в лысый в банке. Он умный какой-то очень. Нахера. Фу, так, хорошо. А, уровень ад пройден. Ничего себе. Наконец-то. Фу, ну, а в следующем... мирке, а мы увидимся уже в следующей серии. О, жесть. Всем спасибо за просмотр, всем пока.